В Назарбаев интеллектуальной школе развивается новый вид приобщения школьников к исследовательской деятельности и науке. Хакатон-форум для разработчиков, во время которого специалисты из разных областей разработки программного обеспечения решают проблему сообща или создают прототип продукта. Для участников были подготовлены специальные задания по основам веб-программирования и разработки необычных проектов мобильных приложений. В конкурсе приняли участие более 90 участников. За звание лучших боролись 20 команд. Школьники соревновались в области развития технологий и создания собственных инновационных проектов. Основная цель хакатона – это поднятие командного духа и развитие ключевых и цифровых навыков. Мы очень рады этой возможности поучаствовать, подогреть интерес ребят к этой теме, заинтересовать их, замотивировать. Мы сами занимаемся автоматизацией, поэтому, когда кто-то делает какие-то программы, которые реально нужны обществу, пускай сейчас хотя бы это будет для школы, это уже классно, это уже мотивирует самих людей внутри.